очень интересное зрелище. Прилетело сразу три вида обновлений. Сначала обновились куча приложений с Google Play, затем прилетело основное обновление версии MIUI 10.4.1.0 для моего Mi 6. И также после того, как обновился телефон, прилетело обновление для Amazfit Bip. Вот. Ну а теперь по порядку. Что касается Xiaomi Mi 6. Пришло глобальное обновление, которое MIUI, которое весило 1,6 гигабайта, закачивалось довольно-таки долго, устанавливалось тоже долго, но там в корне переработаны иконки зарядки. Теперь быстрая зарядка отображается очень прикольной анимацией. Точно так же, как и обычная зарядка, совершенно по-другому теперь выглядит. Это не маленький значок, а совершенно другой большой значок, переработанный, переделанный в других цветовой гамме, в других совершенно пропорциях, не такой маленький, как он был ранее. Вот, помимо этого, улучшилась связь. Я не знаю, что они сделали с ядром, но в тех местах в городе, где у меня вообще напрочь отсутствовал интернет, теперь 4G ловит без всяких проблем. Буквально вчера вечером я еще ехал, и в двух местах во время поездки домой у меня отваливается постоянно интернет, и в течение там 1-2 остановок его нет, то теперь этой проблемы вообще не наблюдается. Там, где вообще не было связи, не было интернета, у меня стабильно ловит 4G на 3-4 палках деления. Нормально, тянет, качает без всяких проблем. Вот. Далее понравилось еще, как они переработали уведомления. Теперь уведомления на всплывающем экране, на заблокированном экране, выглядят совершенно по-другому. Их стало больше. Допустим, тот же самый режим тишины, ну, то есть конференции, либо ну, виброрежим, как его другие называют, он тоже стал более многослойным. Его можно теперь отдельно настроить под прием уведомлений, под полный запрет приема уведомлений. Ну, там много изменений. Вот. Также порадовала галерея, которая изменилась в корне. Теперь ее можно свайпать, и она будет уменьшаться, превращаться там в плитки. Ну, в общем, прикольно. Тот, кто не видел, зайдите, посмотрите. Стали названия по-другому выглядеть, шрифт на названиях поменялся. Но я думаю, это они еще доработают, вот, потому что большие длинные названия приложений, они не полностью влазят, то есть получаются такие двустрочные обрубки. Ну а так в целом пока я доволен. И время в пути, за это время я успеваю там, допустим, по соцсетям полазить. Вот. С утра я заметил, что меньше стал разряжаться аккумулятор, не так, как в предыдущее время. Поэтому посмотрим, что оно будет дальше. Всем, кому понравилось новое обновление, новые иконки, новые изменения, кто нашел еще что-то новое, отписывайтесь в комментариях, ставьте лайки. Всем пока! До новых встреч и новых обновлений!